Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов – ведущий центр в этой отрасли. Сегодня его посетил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Политик осмотрел производственный корпус и научно-исследовательские комплексы. Здесь самые новейшие технологии, но больше всего меня поразило сегодня здесь – это люди. Потому что здесь много молодежи, талантовой, замечательной нашей молодежи, которые делают просто прорывные вещи. То, что здесь видно, это действительно завтрашний день всей промышленности мировой. И, конечно, здесь делают работу свою профессионально люди, болеющие душой за нашу промышленность, за нашу науку. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что таким предприятиям и таким людям, конечно же, нужно помогать на государственном уровне. Генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов поблагодарил депутата за поддержку науки и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.